Вместе с перепадом температур жители региона ожидают и изменения атмосферного давления. Это может негативно сказаться на здоровье людей, имеющих хронические заболевания сердца или страдающих ожирением. Перепады атмосферного давления тогда будут сказываться на весь, скажем так, негативно на весь организм. Это могут быть и повышение давления, резкие повышения давления, гипертоники, или наоборот резкое снижение давления. Это может быть чувство тахикардии, нехватки воздуха. Это могут быть выражены головные боли. Для здоровых людей такие изменения погоды пройдут незаметно. Но чтобы укрепить свой организм, медики рекомендуют включить в рацион больше витаминов и регулярно заниматься спортом.